Всем привет! Надеюсь, меня слышно. Это спонтанный ролик номер 2. Возможно, вам покажется, что вы видите один и тот же ролик, который я выпускал до этого, но нет, это не так. Это совершенно другой ролик. Совершенно другой ролик по другой теме. Абсолютно. Наконец-то перешел я дорогу. Грёбаный светофор вонючий. Так вот, коротко о том, откуда я иду и куда. А ходил я в бау-центр, чтобы купить вот штукатурку. Штукатурку, да, для ремонта. Потратил 300 рублей на штукатурку, которая нужна родителям для их ремонта. Да, минус 300 рублей. Ну вот, подумал, почему бы не заснять спонтанный ролик еще раз. Что у меня нового? Что у меня нового? А нихуя. Ничего нового у меня за это время не случилось. Все по-прежнему. Да, ну только я теперь все чаще слышу, что YouTube должны заблокировать. Так что, возможно, это последний ролик, который я выложу на YouTube. Если я вообще успею его выложить. Ну хотя, может, там VPN еще спасет. Посмотрим. Ну, деревья здесь, конечно, огромные в этом дворе. Просто великанские деревья. Кстати, вот наши омские голуби. Кто не видел. Очень дружелюбные, не опасные, кстати. Так вот, это спонтанный ролик, поэтому он будет такой не длинный. Не знаю, минуты 3-5. Максимум, наверное, 5 минут. Вот. Иду домой. Голубь на веточке сидит, офигеть. Да. Просто такая красота, когда сюда заходишь. Лес, птички поют. Ляпота. Я резко перестал снимать, потому что там шла бабуля. Да, я побоялся, что засниму ее, и она меня начнет бить и угрожать. Так вот, прекрасный лес, вон там в конце зеленая, это мусорка. Стена, где мусорки стоят. Откуда все разлетается по этому двору. Даже горка здесь есть, вот такая железная. Видно, что на ней даже катаются. Да, соболезную тем, кто здесь катался. Ну, там даже туфли лежат, почти как новые. Девочки, если надо, приходите, забирайте. Уже разношенные, так что можно сразу носить. Отте, нате, боже святый. Я наблюдаю, что здесь пытались чистить асфальт от льда, но у них ничего не получилось, они только немножко стерли слой верхний, немножко, совсем местами, но все так же скользко, ужасно скользко. Вот она, сила интернета. То есть дошла до них информация, но они все равно ни хрена не сделали. Блин, опять у меня память закончилась, пришлось опять удалять некоторые фрагменты. Снова я иду. Человек помешал дальше снимать. Так вот, снова я иду, решил сразу сходить купить себе щетки разные для очистки монет. Посмотрим, что получится. Так, где-то в этом доме. Сейчас надо будет искать подъезд. Ладно, уже куплю и дальше продолжу снимать. Все. Купил щетки. Вот такие тут пластиковые. Металлическая и латунная. Буду экспериментировать с чисткой монет. Фига себе, какая полетела с куском хлеба. Вот. Скорее всего, ролик с экспериментами будет выходить на моем канале на Яндекс.Дзен. Так вот, если хотите, можете туда переходить, смотреть. Там у меня уже 400 роликов выставлено. 400 роликов уже выставлено. Но только что-то популярности до сих пор нет. Правда, там много роликов таких второсортных, неинтересных. Их даже смотреть не стоит. Я сам пересматриваю и думаю, бля, зачем я это вообще выставил? Зачем я это выставлял? Но есть и неплохие ролики. Есть и неплохие. Ну все, почти уже пришел я к дому. Так что будем прощаться.
Всем спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на этот, на Twitch, на Дзен. Всем добра. Ах да, забыл сказать, с вами был Шуриков, естественно. Да-да, Шуриков.